Пока внимание журналистов со всего мира было приковано к минским переговорам на высшем уровне, президент США Барак Обама показывал язык у зеркала и играл в баскетбол воображаемым мячом. Делал он это в клипе, рекламирующем сайт реформы системы здравоохранения, которую Обама обещал своим избирателям. Зрители «Псаки на ночь» первыми в России увидят этот ролик. Крайний срок подписания закона о медицинском страховании. Среда. 15 февраля. Вы сможете получить медицинское страхование меньше, чем за $100 в месяц. Только зайдите на сайт. 15 февраля. Спасибо, Обама. Спасибо, Обама. Неплохо. Неплохо. Мистер Президент? Да, это я.